Игрушки сняли, елку вынесли, смели иголки в бугорок, и не осталось даже вывески, и даже мысли между строк. Какой к нам год пришел с метелями, стерильный, словно чистый лист, играя с радостью, с похмельями, снежинками, как гармонист. Что с нами происходит? Правильно ли живем? Вот еще год проходит, а мы все ответа ждем. А год действительно стремительно ушел, как талая вода, и к нам, как взрослым, применительно он был короче, чем всегда. И, может, лучше и не стали мы ни на работе, ни в семье, но, слава Богу, не пристали и при салате оливье. А может, не искать раздел пути, как переделать мир, а слушать тех, кто так уверенно вещает истины в эфир. Искал ответы каждый тот, с кого брала примеры вся страна. Но потеряли мы Высоцкого и забываем Шукшина. Что с нами происходит или произойдет, знать не дано, выходит даже на год вперед. А поутру молчат будильники, поскольку не заведены, и торт не тронут в холодильнике среди искусственной зимы. А на балконе настоящая зима пельмени стережет, и елка в дворе стоящая снегурочкой кого-то ждет. Что происходит с нами? Долго ответа нет. Видно, должны мы сами каждый найти ответ. Что с нами происходит? Правильно ли живем? Вот еще год проходит, а мы все ответа ждем.